Сегодня 16 января, и мы ведем нашу трансляцию из города Москва, а именно из детской школы искусств имени Юрия Сергеевича Саульского. С удовольствием хочу представить партнеров нашего проекта. Управление культуры администрации города Екатеринбурга. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры Елизаветинский». Фонд культурных и образовательных инициатив «Новый взгляд». Детская школа искусств имени Юрия Сергеевича Саульского. И проект наш проходит при финансовой поддержке благотворительного фонда «Синар». Перед началом конкурсных прослушиваний хочу представить наше многоуважаемое жюри. Художественный руководитель симфонического оркестра «Глобалис», помощник ректора Уральской государственной консерватории имени Мусоргского по концертной деятельности и международным отношениям Леонид Аркадьевич Бутинский. Солист группы «Хор Турецкого», лауреат конкурса «Москва-Ялта-Транзит», доцент Международного славянского института Алексей Львович Калан. Лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Обладатель гран-при Всероссийского конкурса молодых дирижеров имени Мусина, художественный руководитель и дирижер концертного симфонического оркестра, преподаватель Уральской государственной консерватории имени Мусоргского Антон Александрович Шабуров. Лауреат международных конкурсов и фестивалей, ассистент народного артиста России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Гофмана, Беляков Дмитрий Алексеевич. Конкурсный номер один. Ева Левашова, руководитель Сергей Николаевич Матохин. Центр образования номер 686, класс-центр. Каркасса, ария, Веницкий сюрприз. Thank you.
Конкурсный номер 2. Светлана Казакова. Руководитель Денис Владимирович Кобзев. Детская музыкальная школа номер 42. Карулли, Рондиньо. Калатаюд, Болеро. Thank you.
мысли номер 3. Дмитрий Морозов, руководитель Леонид Яковлевич Резник, детская музыкальная школа имени... детская школа искусств имени Юрия Сергеевича Саульского, прошу прощения. Паганини, соната до мажор, Вилла-Лобос, прелюдия номер 1. Thank you.
4. Дарья Шведюк, руководитель Дмитрий Алексеевич Беляков, концертмейстер Глеб Добарский, детская музыкальная школа имени Лемешева, Мауэр у горизонта, Гассек Гавот. Thank you.
Конкурсный номер 5. Екатерина Надеждина. Руководитель Дмитрий Алексеевич Беляков. Концертмейстер Глеб Добарский. Детская музыкальная школа имени Лемешева. Мауэр. Вдалеке. Глинка. 4 французские кадрили. Thank you.
6. Анастасия Большакова, руководитель Дмитрий Алексеевич Беляков, концертмейстер Глеб Добарский, детская музыкальная школа имени Лемешева. Вивальди. Концерт «Ночь соль минор», первая часть. Шопен, вариации на тему России. Thank you.
Софья Борисова, руководитель Евгения Александровна Игаева, детская школа искусств номер 18. Чайковский, «Сладкая греза». Чайковский, «Полька». Конкурсный номер 9. Анастасия Лынник, Мария Рой. Детская школа искусств номер 18. Руководитель Евгения Александровна Игаева. Клеер. Танец на площади из балета «Медный всадник». Гедеке. Вальс ре мажор. Thank you.
автобусный номер 10 Александра Кручинина. Руководитель Марина Александровна Рачковскайте. Выпускница детской школы искусств номер 18. Брик. Листок из альбома. Дворжик. Этюд номер 20. Thank you.
Номер 12. Солисты оркестра Сфорцанда. Руководитель Михаил Алексеевич Константинов. Детская школа искусств имени Саульского. Мончини. Лунная река. Вайль. Баллада о Мекке Ноже.
Автобусный номер 13. Ансамбль «Флейт» детской музыкальной школы имени Лемешева. Руководитель Дмитрий Алексеевич Беляков. Концертмейстер Владислав Степанов. Родригес. Испанский танец. Гильвей. Ирландский напев. Thank you.
Номер 37. Алексей Забродин. Руководитель Шаргова Наталья Юрьевна. Концертмейстер Светлана Петрова. Детская школа искусств имени Саульского. Шеп Адажо. Арутюнян. Экспромт. Thank you.